бьет 1-0. Шикарный удар Эдуарда Спирциана. Это моя мечта, это один из самых важных моментов в моей карьере. Опасность будет в том, что если у нас что-то не будет получаться, только это, я думаю. И вот Кади, удар Игоря Акинфеев. Игорь Акинфеев, потрясающая реакция. Еще одна подача, прогвайца, удар, ближний угол, Федор Чалов. Удваивает преимущество ЦСКА. Для меня это возможность выиграть свой первый кубок. Максимальный настрой, я думаю, только это решит исход матча. У нас есть все качества, характер, воля к победе. Будем стремиться только побеждать. Без нарушений правил выводит 1-1 Иисуса Медину. Матвей Сафонов! Счет 3-0 мог бы быть приговором для быков. Коррида продолжится. Эта игра с ЦСКА не будет похожа ни на одну из тех, что мы сыграли в этом сезоне, потому что это один матч, один победитель и один трофей.